обыгрывающий генерал паркета. Прекрасная передача на Льюиса. И есть первые очки. Игрок с опытом Молтри сравнивает счет в отличном стиле. В очередной, по-моему, третий уже раз Льюис начинается с того, что Жмака там получает мяч. И в этот раз довели его до Молтри. Тот второй раз по набору очков. Льюис издали против Жукаускаса остался. И ВТБ будет преимущество над Брауном в росте. А здесь Молтри набирает свое пятое и шестое очко. Красиво его нашли под кольцом. И в этом матче Льюис чем ответит? Тоже в левую сторону, тоже все красиво делает Шавон Льюис. Сколько? Стрибкова Юшкевичу с рисковой передачи на Молтри. Но она доходит под кольцо. И 33-29. Очень уверенная вторая четверть в исполнении Пармы, которая вынуждает вообще не его дело. Вот отсюда он может угрожать броском, но отдает мяч Льюису. Льюис в проходе и из-под щита сокращает оставание до минимального. Против Уиллиса со средней дистанции. И такой взгляд авторитетного человека в сторону скамейки. Жмака на Молтри. И вновь внутрь туда передача. Не Уиллис. По итогам этой игры перехват нижнего. Льюис убегает. Это будет красивый данк. Конечно же, от Шавона Льюиса. Команда Юшкевичус. Еще раз заигрывает Молтри. Снова против Уиллиса. Молтри очень уверенно с разворота. Просто от заслонов много борьбы в трехсекундной зоне. Шавон Льюис сам в итоге пошел. И Максиму Григорьеву не удалось накрыть. Молтри просит мяч против Ганкевича. И не реализует. Только со второй попытки. И Льюис отвечает тем же. Вот эта перестрелка. Супер матч. Ну вот. Вопрос в том, как довести ему туда этот мяч через Мериса и Молтри. Здорово защищается Григорьев. Уильямс перехватывает мяч. Молтри пошел сам. И 2+1 в исполнении Арнета Молтри.